Сегодня утром Александр Григорьевич Костюк, муж известной российской певицы Надежды Кадышевой, сообщил печальную новость о своей супруге. Вчера во время концерта известной певицы в одном из российских городов Надежда упала прямо на сцене. Кадышева больше не поднималась, и ее унесли с концерта на носилках. Еще вчера вечером менеджер певицы заявил, что по состоянию здоровья Надежда Никитична покидает российскую сцену. Однако сегодня утром муж певицы Александр Григорьевич сообщил еще более печальные новости. Стало известно, что еще год назад Надежду Кадышеву приглашали в Соединенные Штаты Америки для срочной операции. Однако известная певица заявила, что больше доверяет российским врачам и отказалась от заманчивого предложения. Муж певицы рассказывает, что последний год Надежда выступала на сцене только с помощью таблеток. У нее постоянно кружилась голова и возникало сильное кровотечение. Как считают врачи, всему виной злокачественная опухоль, которая была обнаружена у певицы в 2019 году. Однако после вчерашнего падения на концерте ситуация еще более усугубилась. Надежда Кадышева пришла в сознание лишь в больнице, в которую была госпитализирована. Есть вероятность, что во время вчерашнего выступления прямо на сцене Надежда Кадышева перенесла микроинсульт, так как у певицы наблюдается нарушение речи и диагностирована потеря памяти. Александр Григорьевич от имени супруги сделал заявление для фанатов певицы. «Надежда благодарит вас, дорогие мои, за постоянную поддержку и помощь, которую вы нам оказывали. К сожалению, выступление моей жены на концертных площадках становится больше невозможным». Надежда Никитична Кадышева являлась настоящим символом русской народной музыки, и ее уход с большой сцены будет большим ударом для российского шоу-бизнеса. На данный момент российская певица находится в одной из московских клиник. Ее состояние здоровья оценивается как средне-тяжелое.